жизни он вообще не будет существовать. Ну не знаю, это дело собственника, это его собственность. Да. Если он достроит его и будет соблюдать норму. Пусть он его там будет, да, сам живет в нем, да? Да, это. Но вот смотрите, сейчас речь идет о переселении гостиницы в Облучье. Да, вариант. Да. Есть предложение людям, что да. Временный вариант. Человек работает в Известковой. Ребенок ходит в детский садик в Известковой. Ребенок учится в школе в поселке Известковой. Возникает вопрос у семьи. А что делать? Работу терять? Места в садике? Облучье и Известковое – это не 1 километр и не 5 километров. Поэтому у людей возникает ответная реакция. Что выбрать? Поселиться в гостинице и продолжать там жить без работы, без посещения детского садика и школы, или остаться? Тут вот, Александр Борисович, по мне вы поручили решать эти вопросы, надо очень внимательно. И не спускать сегодня все на жителей, которые виноваты сегодня, пытаются так их представить, что нет, вот во всех грехах. От застройщика это очень хорошо идет. Вот мы летом не работали только потому, что жители не освобождали квартиры. Но это же чушь просто настоящая.